Дима какой? Класс. Вас сюда. Па-па-ра-па-па. Так, Рянчи, будешь диспелить с левой стороны. Слава, будешь диспелить с правой стороны. По мобам играет слева. Слева надо больше людей дать. Антон по-любому. Буаз. Шнурки. Антон, Буаз, Шнурки и два Яхиса. Справа трусователя ПКО, Чмыга. Я им помогу тоже поиграть по мобам. Танков. Танки справа Вакати, Сенджик, Суфолок. Слева, как и было. Теперь. Все остальные приоритетом играют по боссам. Марсес нам тоже может немножко помочь. Так, МКшку закину сейчас. Теперь расставлю скоро метки. Теперь. Это касается абсолютно всех. Когда контроль вам анонсится, ну и сами тоже следите. Это касается РДшников. Стопайте все свои билки, которые бьют в АУЕшку. То есть у локов там тоже жертвенно, смотрите аккуратно. Чтобы не поубивали своих людей. Когда вы уверены, что вы никого не цепляете, точнее, тогда спокойно начинаете их использовать. Это первый момент. Потом, на второй фазе также добавится, когда вам заанонсили духи. Вам заанонсили духи, вы первым делом посмотрели, подняли экран вот так вот вверх, вверх сам, отдалили камеру полностью и смотрите, где бежит дух. И являетесь ли вы целью этого духа? Если вы являетесь целью духа, приоритетом всегда все стопнуть, убежать от духа. Потому что вы убьете людей. Обязательно. То же самое миликов это касается. Теперь попробуем так, как подсказал Пепелок, сделать. Попробуем распределить людей, которые будут плюс-минус помогать, если что, где, в какой зоне идет дух. В мили-зоне на второй фазе будет помогать уфолог, анонсить духа. Уфолог. И давай шнурки, если на всякий случай. Возле леди будет, там где леди Сусуна, помогать анонсить. Здесь с этой стороны будет пепелок. Со стороны лестницы буду я, и все, что увижу, тоже буду я. Далее. Все фласочки перебивайте. Будем стоять плюс-минус по два человека. Сейчас метки вам доставлю. Для Нефиста, скажем так, чтобы вы примерно плюс-минус понимали, где вы будете стоять. Еще ваша вторая фаза, плюс-минус занимаете сразу свое место. На лестницу пойдут люди, которые в прошлый раз хуже всего видели духа. Также не забываем на второй фазе Слава и Рянти, вы диспелите с мобов. Сейчас прогружаюсь. Андрюха, представь эти метки, то я прогружаюсь. Метки. Ну, представь по кругам везде метки, чтобы были плюс-минус где это точки. Народ, может, вы поставите пока метки, не метки, шкаф с умонем наши, которые не в рейде в данный момент? Еще раз. За сумму А, шкаф. Да, и засмотреть шкаф. нужно двоих базы и числа. Ставьте шкаф. По-любому это нужно засмотреть. Давай попробуем вначале как били, как его, потом попробуем твой вариант. Прошлый раз мне, в принципе, плюс-минус понравилось, как было. Ну, я вот тебе прописал правила, что тебе нравится, блядь. Косарь, ну, типа, за духа. Если без патча и баша, что два, нахуй. В общем, чем тебе не правило? С чего, Так, допустим, кидайте. должен потустороннее пол устанавливаться? Ну, так ты можешь, я не устанавливаю тоже ПО, я просто Ну, слежу за именно духами. знака Сделай то лутать. же самое. Именно знака Так, лутать. в смысле? Подожди, дети говорят про то, что... Без программы 2К лутаешь, если ловишь. Прикольно. Так это еще надо доказать, что Ну, ты без смотрите, программы. смотрите, вы еще так ведете себе, короче, знаешь, типа, как будто это какой-то, ну, пиздец. Но Типа, это ну, чересчур, что за потому что... хуйня? Ребята, вы, блядь, это должны сделать сами изначально, вам никто не должен. Я это объявил, поставьте себе обязательно. Там, блядь, ебаный дух, на пол ебаный вот эту, не знаю, карты ебаные. Вы его будете видеть просто за километр. Если вы взорвете такого духа,
Я не знаю, каким надо быть больным. Я вчера взорвал. Так, не зря ты минус 2к получил. Там таймер два раза. Леди, таймер леди на 2 минуты продлили вчера. Берсу. Да? Да ну нахуй. Чё, сейчас 12 минут? Да. Откуда инфа? Ну, только что Дезерон написал. Из города. Мне ФПМ только что написал. Только тот Джайну ебать продлили. Готовность. Ладно, давайте. По меткам теперь. А, да, да, перепутал. К леди пойдет, будет там стоять Сацуне. Сацуне трусы будет Хао. Ромбик будет Кусяо. Ваксар. Квадратик будет Марухич. И за крестиком, там правее крестика, будет Скибиди. А теперь по остальным РДДшникам. Дексиона там же вместе со Скибиди плюс-минус будет тусить. Тщеславность в квадратике. Боас крест примерно. Чмыга примерно луна плюс-минус. Пипилок. Пипилок. Ты с какой стороны носишь? С правой, да? Трусы. С любой могу поносить. Трусы. Трусы будешь. Рянти. Ближе к ромбику, между трусами и ромбиком станешь. Будреван. Будреван между квадратиком и ромбиком тоже станешь. Определенно тоже где-нибудь на лестницу стану, чтобы все видеть. Войд станешь примерно плюс-минус крест. Кого там еще я не назвал? Джанг. Джанг. Станешь между кресту, в принципе, и станешь. Все. Давайте. Готовность. Да, готов. Хау, ты приоритетом хилишь справа, это вакати твой основной танк, которого ты хилишь. А ты мильков распределил по сторонам? Да. Все, включаем победную песню. Женя, скибиди, скибиди. Эх, сейчас Женек ЕП полутает. Он предупредил, что он бабочку будет кормить. Фартовый, фартовый. Бля, кличка охуенная. Женя, тут? Да, я тут, все. Все, готовность на пол. Ты, если что, Женя, стоишь за крестиком ближе к леди на второй паре. Я понял, я слышал это. Ну, я на всякий случай. Да, хорошо. Предупредил, что отходишь. Рянти. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! По сове баф не дали. Просто баф нет, каски нет, ничего нет. Давайте по сове баф. Глазка не нашли. Контроль через 7 секунд. Приготовили. Джанг, Рянти и Войд. Войда по контролю. Слева мобы, помогайте убивать РДДшники, те, кто... Да вот 5 секунд убить все это. Я про то, что те, которые помогают бить мобов. Я и Чмыга. Остальные бейте. Занимайтесь своими делами. Ауру от тьмы у персонажа уберите. И приста баф от тьмы тоже. Ну это и говорит. Контроль, миленький, аккуратно. Пипилок, Джанг, апокалипсис. Апокала по контролю. Пипилка за контрольте, стреляет. Шипнули. Включил, смотрите, обратку включил справа моб. Диспл. Тоже выбежали. Пахалу Иннер. Пусяло и Чеславный, давай. Чмыга, помогай, если что, тоже мобов слева убивать. Я в курсе. Каз, бейте. Определенно трусователь Пусяло.
меня в теории выбыл. Не, не нажал. Смотрите, медики бежали. Числавность БР. Русователю, да. И у него СС был. А, СС был? Хорошо. Милики, убейте моба. Справа. Который. Русователя ребафните. Там обратка опять умер. Числавность, дай ему БР. Контроль через 6 секунд. Чё пока урон летает? Ну, но прибашит. Алло, по прохилю. Ой, по контролю. Убили, блядь. Ну, гавка. Сейчас вот дай БР по шнуркам, быстрее. Помогаем убить мобов. Переводите. А, не переводите. Следующий. Кири, бафните. Скорее стопнуть надо. Можете еще чуть-чуть, до 2.5 подвейте, заплатите и все. Все, стопайте, пошли, помогам. Я уже 2 пака трачу. Слева помогите больше. Будрелла на Киса, Акису, не убейте Акису. Снимите себе гребаный пристабав, пожалуйста, на тьму. Мистер Бонду тоже поконтрольте. РДД, поехали. Андрей, дай БР по Джанку. Больше ДПС. Дайте 5 секунд. Не успеваем. Плохо, да. Плохо. Стоп, ничего. Не, успели. Прям повезло. Успели, успели. Давай Геру, Женя. Справа на Б. Контроль скоро будет, милики, аккуратно, не поубивайте там друг друга. Сначала Числавность, Джанк, Духи. Дух справа. Справа один, и в мелизону. Куда чмых идет? Моба убейте. Череп поставил, моба убейте. Этого милики должны только убить. 12 секунд трэш. На пульте в бокальчик. Треугольник. Треугольник. Дух. На лестницу кусяло, смотри аккуратно. На полубе не проебывай. Крест два духа. На меду дух один. У вас Сацуны Марухич. Марухича по контролю. Сацуны по контролю. Spirits. Квадрат один дух, один на лестнице. На стрэш гуляет теперь. Это плохо, Дрел. Надо подсвечнуть. Я могу встать. Spirits. Не. В луне возле луны два духа. В смысле, на мать. По духов поубегаем, получили. Пока как молодцы, никто духа не словил. Надо с трэшем сейчас подумать, что делать. Я буду им помогать по трэшу играть. И за духами следить. Это, надо помочь на пуле, они просто трэш уходят, они здесь запад дают нахуй в трэш. Дух квадрат, трух на лестницу один. Это молодцы. На меду дух. Миленький, в босса идет, босса один. Два возле босса кусят. Вот походу первый дух. Мид, мили идет. Босса. Хорош, в Акате. Ну ладно. Спасибо смерти. Спирит. Ну, бог. А почему Андрей упал? Один. Но меня не хилили. Я был в контроле, не смог его хилить, подбежал его в палки. Два хила в контроль кинул и уфолога. Смотри, Хао, когда вторая фаза начинается, ты уже и уфолога хилишь, прям сильно хилишь, вот он трэш держит. И если что, два хантишки. На второй фазе, я не знаю, говорил, не говорил, вы играете, помогаете на пуле трэш. На пуле трэш, а потом уже играете по боссу только. Потому что мистер Бонд будет играть по боссам. Будет профитнее. Насколько человек на второй фазе по трэшу играет?
Очень. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я буду шестым, если что. Ну, такое ощущение, что не 5, а 2, как будто играет. Бля, патч вообще, конечно, красивый. На второй фазе по трэшеру играл человека 3 от силы, в том числе и танк. Это был я, уфолог, по-моему, апокал и еще кто-то. И все. Надо людям продублировать, что они должны играть. На второй фазе начинается вторая фаза, вы бегаете с стороны в сторону, этот трусователь, апокалипсис, шнурки, акиса, эти первые, чмыга тоже, босс помог на пулите, играй по боссу, и я буду тоже, в принципе, вам помогать. Ну, предлагаю, мне был Тревен у Марсезу свечиться тоже, трэш. Объясню это тем, то, что мы агро генерируем сильно на боссе. Не, если вы, ну это, ну в принципе это логично. Типа это даже не должно обсуждаться. Если вы срываете, свечните в любой таргет, который можете. Конечно. Явно пользу больше УЗИ, чем просто ФКш. Типа нет. Так, а кто справа со мной косты сбивает? Я. Yeah. Ну ты как всегда же, правильно, тому пиздюку сбиваешь. Да, да. На второй фазе я сейчас не сбивал, но я сейчас во второй фазе по трэшу помогать. Да не, я на второй фазе тоже по трэшу буду помогать. Смотрите, если так произошло, сейчас все будет хорошо идти. Милики, это касается вас. Если вы трэш убили и есть время чуть побить босса, вы тоже идете бьете босса. Аккуратно только. И следите. С духами также продолжаете следить. Присты не бафайте, пожалуйста, защиту от тёмки, снимите с рейдов. Снимите себе защиту от тьмы, кто там бафал, Войт или Рианти, не знаю. Саня, можно я не квадратил, кстати, дальше? Да, в Крисском. Главное, чтобы ты контролить достал, ты понимаешь, ты играешь на сырье, который контролит? Да, я контролю, да. Ну, так как ты доставал почти везде контроль. Давайте будете. Давайте. Да, сейчас, поставьте дисплейшн, пожалуйста. 7 минут продержались почти, блядь. Сейчас, секунду, масло забыл помазать, еще раз заканчивается. Это, Хала, а тыкни, пожалуйста, другую ауру на секунду и обратно. Короче, Солу, блядь, прошу вас, там, когда выходит трэш, не нажимайте Starfall, блядь, пока трэш хотя бы как минимум не поставили. У меня нету ЛПшек, чтобы забирать этот трэш ебаный. Не тот класс ты выбрал. А это вопрос, персонал, зачем вы нахер бафуете защиту от тьмы, зачем вы это делаете? Бафает сейчас защиту от тьмы, все, тихо. Лаксара с педобанка надо. На этот райчик. У нее 15 не минут. Дадим. Все. Давайте. Не давайте на первой фазе умереть, умирать не будем. Побежали с лузы. Контроль скоро будет, милики, аккуратно. Джанг, Рианти, мистер Бонд. Джанг, Хекзам. Ну, это выкинул или что? Спал надо тут нахер. Я умер. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный. Выбежали с лужи. Давай да, наверное, поднять. А есть нет бэра. Не знаю, я выключил все бэра. Бесплавность. Спал был бэром. Ну, меня трэш не убивает с моей стороны вообще, я пол совсем, блядь. Падайте. Падайте. Никита, помогай по левой стороне трэш трох убить тоже. Ну еще раз прошу, пожалуйста, не жмите Starfall раньше времени. Типа трэш еще не тупо появился, а уже и бежит, сову хуярит. А я не помог, кто вообще слева бьет трэш? Один упал? Киса шнурки бьет. Там. Бонд, ну я в контроле там половину был. Шнурки, иди Бонд. Туда. Так шнурки там. Ты не там был. Шнурки со мной, только что. Я справа был. Ну справа был.
Ну так понятно, Женя, что трусователь справа с тобой. Справа трусователь, апокалипсис, чмыга и я должен быть. Четыре человека справа должно было быть. Кто не починился, починитесь. Быстрее побежали, будем бить. Чем могу помочь? И вам еще раз соль, блядь, попросили не нажимать стартфол, блядь. Что сложно, а нажать его позже. У меня еще такой вопрос, это прям по Вейкаурсу. Можно ли, типа, без таргета добавить ВАшку, которая, типа, на мобе отображать будет дебаф? Я думаю, нет. Ну или по нику, наверное, может быть как. По нику можно, но по. Так как это будет тут же не один моб стоит. Ну нет, тут выходит вот эти два вида мобов, короче, на вот именно топорщик называется, условно, как-то. Ну выглядит, как будто не будет работать, либо это как. Ну я вообще, конечно. Ну, либо. Либо он тебе всех отображать будет. Я постараюсь за этим последить сейчас, когда диспел давать. Еще раз, Слава, ты диспелишь слева, по-моему, или справа, когда я тебе говорю. Справа. Ты диспелишь справа, давай, ладно, ряньте слева. Мобов. Вячеслав, ну, у нас очень долго умирали, я релогался. Вовку закрывал, теперь заходил. Есть добав, да, где? Конь без тьмы. Не зайти тьмы. Дух и КП. КП еще дать. Да танка можете точно дать, ну, танка не берет же КП. Ну да, по трем танкам можете точно закинуть. Уфолок, Вакати и Сенджи. Все, готовность. Гляньте, Хау. Хау. Ну? Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Я освобождаю тебя от проблемы. Ради за диспейлинг. На руки минус 2. Как блять? Огро. Ну вы за этим тоже должны следить, сами за огром. Нет, ну... Может минус дать? Я просто сильно бить не буду. Ну. Перерождение. Так, ладно. Не знаю, есть смысл. Нет, давайте сдохнем лучше, чтобы не давать БР. Просто забегите все. Первый трэш, блин, сразу. И сразу встали, пошли бить. Ну, только ждете, пока все упадут. Ну, он лужу зайдите. Или лужа, вон, да. Лужа плюс мобы, зайдите быстро сдох. О, и контроль. Вообще, никто не вставайте сейчас, контроль и как раз резнут. Только сдохните быстрее. Они не успеют, наверное. Ебать вы, уроды, отвечаю. Ебать вы отпиздили меня. Понятно, Дексиона. Я это запомнил, блядь. Я, блядь... Будешь ты в контроле, блядь. Я минус 1000 упал, но я тебе пиздюли дам. Есть вариант леди бить и типа секунд 10, ну там 5-10 секунд давать на агро танка. И потом уже свичиться. Вышли мобы, я пешком побежал до них от леди. Я даже не бурстил мобов и забрал как-то криво. Блять, значит дольше бить босса еще можно. А потом захлебываться мобах будем. Нет, просто нет. Сейчас была проблема в совах, как всегда. Они дали старфол, один моб убежал, и соответственно этот моб свичнулся в тебя, и он мне криво тоже забил. Блять, вы можете... Короче,
Замечайте, кто дает стрелку просто, и сразу минус будет получать. А, в смысле? В смысле, подождите, сейчас все мобы встали нормально, и тогда уже пошел старфол. Если, блядь, медведь успел собрать с маленьким агро, а ДКшка не может, то может проблема в ДКшке? Могу предложить солом подойти к боссу, и да, там уже давайте старфол. Надо ЖД посмотреть. Вот, вот вам а предложили хороший вариант. Какой ЖД плинка, типа, вот этой с острова? Так с него не срывают. Если что, он нормально танчик. А, да? Ну. Это умерли с твоей стороны люди. Ну, то есть из-за того, что там сорвали Женя. Ну, если на мне были, могут. Ну, в руке киса с твоей стороны бьют точно. А, из морского ты сумонтик? А сколько танков у нас? 3. Ну вот тут два фанатика, я помню, выходят, да? Слева, справа, по центру приверженец. Справа два РДД, слева два медик выходят. Ну и сколько тут танков? Вот здесь декрест. Два. Там декрест, вы там просто еще моба с лестницы забираете, поэтому тут два танка. Че мы стоим, Санечка, давай отчет. Пробав эти из морского. Сумонили из морского. Лера, сколько фласка? Быстрее только. 7 минут. Кидай обмен. Давай шустро. Хватит 7 минут. Начинаем. Выпить что-то по ходу дела. Можешь сейчас выпить? Да, потом. Ну и смотри, главное не пропукай. Даю 5, как тут бьет Дексиона, блядь, она вот контроля. Так. Я освобождаю тебя от проблем. Уже выбежали. Там тролль через скоро будет приготовить. Смотрите обратно на правых мобов. Иди спал. Меликий контроль скоро будет. Тщеславность база по контролю. Право на полу не будешь с него. Уже выбежали. Не стойте кучи на идеале еще. Контроль через 5 секунд, милики отбежали чуть. Прянчи за контролем. Служи выбежали. Ну вот сейчас это отлично, молодцы. Вижу, еще первый раз босса успеваю побить. Второй. База за контролем. Нихуя мне в наг ударил. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Так, база не убить. Молод спал, пол обратил. Рибахните кусяло. Слева помогите. А хотя еще 5 секунд у вас есть, убьете. Можно нет. Через 8 секунд контроль. По хаву иннер залей тщеславность из морского. И покажи чужакам мощь нашего господина. Определенно кусяло войд контроль. Диспел. Войда не убейте, войда не убейте. Хорошо. Старфовую зачем нажимаете, блять? Контроля. Войдик не убили. Мой верный слуга. Чет, Старфол. Смотрите, как они погнули. Mm-hmm.
Диспельте там, если что, живое осталось. Да, у меня КД было сбитие коста. КД. Сейчас Блаз. Число у нас защита. Блаза за контролем. Надо перевести. Блаза не бить. РДД активнее по боссу. Все, переводите, да. Трэш. Уфолога прокидывай. Не должно успевать убить, мы переведем. Андрей, как сможешь Кала закинуть? Идите, забирайте боссу. Давай, иди оружие. Выбежали с ультима сейф на мид. По первым мобам можно помочь вам играть. Кто помогает. Ну, духи. Кусяо, законтрольте. Дух идет в милик. Миликов один дух. Милики, аккурат. Каз сбил. Кто это взрывает дух и стоит на месте, блядь? Кто это? Дух прям в трусах. Миликов идет. Изморский взрывает духу. Тихо, подожди. Так, этот, Андрей, дай БР, пока есть время. Лестница, дух. Подойди. В сову идет. Я уже не дам БР, я прибежал. Что тогда, Юрий, Кусяло, дай БР Дексу. Миля, под боссом. Крест, дух. Это взорвало. Ава, по контролю. Пепелок, Миля, контроль. Дух. Миля, дух. Два даже идет, что-то змеи-то еще один. Spirits. А пока у БР, Кондруха, как сможешь дать? Меня идет. Сейчас тоже добьем там БР. И ребафа покала. Как ребафа, тебя покала, Герд, добить. Стою. В миле дух, в миле идет. Под босса идет, аккуратно. Spirits. Трэш 5 секунд. Там лестница. Еще раз около лестницы. Кусё зафидал. Пока опять здорово дух, блядь, заебал. Ты что, с ума сошел? Возле миди зоны один дух, два духа, один в миди, один в квадрат идет. Или куда-то там. Дух опять на лестнице один. Миликов, хорош. Прям на прям духа побежали. Не, ну. Ну сейчас, да, сейчас я его взорвал. Не успел, бежал, конечно, от него. Он, Это патч ты? Сам поедет. Нету. Я не буду его ставить. Почему? А чё сложного поставить патч и видеть духов лучше? Ребята, просто себе память читайте и без разговора зачем это обсуждать. Это же не хуже делает, а лучше смысл то, что не ставить его. Да, Андрей, Юрик, за какой идёт? Spirits. Так, куда-то... Было хорошее, пока один человек не сдох, Декс сдох, потом еще обпакал как-то. Первый умер, меня Марсес отпиздил. Марсес? Да, и на первый раз, когда я умер, меня Марсес отпиздил. Пиздец. Еще раз. Контроль. Когда контроль, вы приоритетом, кто может контролить, законтролили людей. Когда люди законтролили, тогда уже свои функции выполняете. Падать. Но было неплохо в начале. Я уже подумал, что мы чуть-чуть научились. Давайте дальше. Неубиваемо, в принципе. Значит, хочу быть с Пикачом. Да. Так. Ахиса взорвал дух. Я вот пересмотрел. На этом брае вообще 4 духа взорвали. Там, короче, просто как получилось. Дух появился, и Ахиса не заметил, видимо. Вот плохо. Там же у кого-то был... А, вот, не отбежал от духа. Вот. Ну, я в конце вот не отбежал. Вот, когда нужно запрещать вообще умирать от духа даже в конце, чтобы просто по списку начислять.
Ну, дух я не шотнул. Взорвало покал, короче. Ну, он так взорвал. Ты про последний раз почти, который говоришь, а покал взорвал. Конец травит, да, уколок? Не-не-не-не. Нет, там Махиса взорвал. Я вот посмотрел. На него бежал. Он прям в нем появился и взорвался. Левую сторону креста взорвали, и потом взорвали луны в духа. Луне покал взорвал. Он же и признался, что, блядь, да. Сразу у него за спиной появился и в него бежал. По крайней мере, он возле меня просто духа отбил, так я знаю точно. Ну так да, что? Сразу... Что, мы будем после вайпа разбирать, кто там когда взорвал, или все-таки когда 10 yeah. человек упало, все равно не ловить духов будем? Слава, подожди, мы в 5 хилов бьем сейчас. А во сколько надо? Блять, все в пизду, понял. Если кто-то умирает, я буду в лужу забегать нахуй. 1000 ЕП получать за то, что уже в конце когда на похуй били. Ну я тоже в конце взорвал. Блять, я умер один из последних, и мне 1000 ЕП. Короче, убили Войда, видос пересмотрим, кто прям не взорвал духа, тому обратно вернет. Хоть кто кому-то вернет уже. Конечно, вернем, вы все возвращаем. Да. Давай. А что так сложно отбежать от них, что ли, или что, блядь? Давайте убьем уже босса. И да, типа вот. Если, короче, типа идет вайп, вы все равно духов не взрываете. Если вы во время вайпа взрываете духа, будет, соответственно, минус 1000. Декс скибиди. Вообще миликом бы советовал на моменте с духами LZ нажимать и все. Жень. Кибиди. Женя. Просто в прошлый раз 4 хила били. Скоро будет контроль, приготовились. Тщеславные шнурки и шнурки постараюсь законтролить. Нахуя по нему стрелять? Изморский, дай бэр по нему. Дайте диспал пепелоку. 33к, Хис, как так? Ребафните в нурки. О, ребаф по нему. Контроль миники вжали. Шнурки чмыга, мистер Бонд. Чмыгу по контролю. Шнурки не убейте. И мистера Бонда. Мобы. Задиспайте себе чмойгу. У меня 3 моба, мобы. Потому что у тебя все мобы почти башкубить. Сейчас поможем. Подождите, убить. У вас 5 секунд, помогите, слева. 3. Соберись меня, правого скелета. Еще одного. Помогите убить, сейчас убить, на... Скелет. Да, на скелета убить. Слева нужно помочь. Чмыга. Дима, ты тоже чмыга, пойди скелета помоги мне убить. Бью. Стартфол был? Минус, если был стартфол. Давай, иди. Да, мы стоим сзади. Вообще сзади. Мы не могли достать. Почему? Просто физически. Карлайл, самоб. Локсар. Тщеславность, дашь БР по Локсар. Ты подальше стой, Локсар. Слева помогите. Нахуя, мы сильные. Блин, я просто 2 раза в контроле был. Ребафните. Вот можно кулак поварим? Дайте кулак, обязательно. Мельки контроль. Лужа под ними, прям под мельками. Марсес трусователь апокалипсис, апокала по контролю. Зеленка, не по контролю.
Сейчас пропадет. Нам секунду осталось. А почему ты такая перед контролем не жмут зеленку? Все, тихо. Она... Потом скажу. Только... Иннер по... Слышь, справа это помогите. 9 секунд. Справимся мы. Мы справимся. Может попробуем перевести? Нет. Да. Хотя 40 секунд. Будем пробовать, будем пробовать. Милики контроль. Меня КД сбитие коста. Я забрал его нормально. А пока вы не убейте. Пока вы не убейте, аккуратно зеленку опять включил. Ну блять. Ну она от КД, а что я с ней сделаю, блять? За контроль тебя покала. Не убейте его. Там какие-то. Прощите. Ваш так, перевести ваша 10 секунд на 2 дама. 5 секунд, надо стопать, стопнич. Трэш слева получается. Помогите по трэшу лучше. Сейчас еще один видит. Может совы не будут бить? Босса. Я и думал восстановить могу. 200 кау, босса, блять, стопните, лема, блять, своих. Там бес чей-то бьет. Блаза убили. Андрей, дай бэр блазу. А нет, у тебя КД? Нет. Переводите ваш. Идите, забирайте. Слева. Им геру дали по блазу рибаф. Ну вы чё стоите там, блин, с этими мобами? Квадрат в мире идёт. Андрей, как сможешь Марсезу БР? Духи, один возле чмыги появился. Один идёт на чмыгу, как раз. Возле тебя и идёт на тебя. Пристой, здесь пыльча. Афиса подъебал, что думаю. Мили идёт, а нет. Уром пойдёт на сову. Идет на сову, да, опять. И в мили-зону идет к боссу. Spirits. Появился один возле креста, второй идет в мили-зону под босса. Мили-зону с трусиков. На лестницу идем. Уходите, блядь! Блять, чмыга, залить. Ау Иннер нужно залить. В крест бежит, в мили идет. Диспел магию. Прям под боссом. Спирит. В квадрате один. Один там с той стороны, где босс. В мили идет. В боссу. Спирит. Боксар. На псарфиру. Стрелять не надо было. Пиздец. Фанатик один еще. Заберите. Там один войд был. Заберите в мидзону. Мидзону духи. На миду оба. Спирит. Мили дух. Два духа луна. Луну и в мид идет один. В мид кто там был босс? Мили дух босс там уже. Здесь под циферой. Дух милики, который бьет рож. Spirits. Как мили. Ну, возле адов, возле босса дух. С креста дух, один с трусов дух. Мне кажется, короче, надо, чтобы меня напулил на второй фазе хант, а бонд ебашил, короче, это босс, ты напулил там танков.
Я это сказал. Так и есть. Ну, либо не напуливали, либо постоянно каждого моба я ловлю точечно. Прям. С одним таунтом, блядь, и с лапкой. Ребят, у нас какой трой? Уже четвертый, пятый. У нас будет минус вообще с выпуска или, блядь, не так будет. А ты видел вообще? Открой гильдию, минус. Я не видел, Саш, я отбегаю, пью лекарства, там ухожу. Так понимаю. Так смотри, так а зачем ты договоришь, если не. Я просто не видел, я автор спрашиваю. Ну я в чате, я сейчас не стал чат, я в чате не вижу. Женщина, да там, блядь, 4 человека по минус 1000 только что лутанули на том трое. Давайте тогда уже больше давать, я не знаю. Ты слышишь, Уфолок, у тебя милишные мобы сильно бьют? Типа нет варианта просто миликов кайтить до конца боя? Ну, я уже понял, что хорошо бьют. Типа но кастеров сливать, миликов, ну есть просто вопрос. Я не знаю, какой там дамаж. Какая-нибудь сова нажмёт Starfall. Потом не, ну нахуй пока до этих милишников там еще. Че в этот трек кто взорвал? Никто. Взорвали, побежали в духа Bloodraven. Bloodraven Hall. Нет, будет хуёво далеко водить. На крайняк, если водить будет, если попробовать, то я могу примораживать, Марсес может продлевать. Я могу даже. Господа, чтобы не было такого, что вы взорвали под конец или не под конец, вы вообще не должны взорвать, не нужно вайп, не вайп. Чтобы вы сами себя не подставляли, не было разборок. Да, я не понял. Да, короче, я еще могу словить 9 духов. Потом придется в долг играть. Не, потом на расслабоне будешь, долг-то не. Кредит потом нет, в кредит просто. Ну, в кредит. А ШМ у нас какие в шопу дашь? Ну потом все. А потом залезу лайтом, да? Да. Так, ладно. Давайте. Подумаем, как сделать получше. Потом покал просто дарит персонажа, переходит на мага играть. Как это можно сделать получше? Тут пришло предложение подвести трэш под босса. Я предлагаю босса под трэш подвести. Либо босса под трэш. Чтоб клит шел. Я потом... Вы про вторую фазу? Вообще да, начнут кливать трэш, да нет, и Сань, закливают, да жопа, кого под контроль возьмут, все. Да, это бред. Люди, которые... Подожди. Когда контроль, люди должны отбегать от босса, и все. Ненадолго. И плюс, когда контроль, вы все, абсолютно все, должны в любом случае стопать ОЕшки, на всякий случай. Когда только... Когда видите, что уверенно бьете, нет опасности, тогда только возобновлять ОЕшки. Давай попробуем так один раз сделать. Сразу, сейчас по-любому кто взорвет духа, прям ребят, нас. Если у вас стоят масс-ударов в макросах, то, блядь, выставляйте это обыкновенные удары и бейте ими. Когда рядом, блядь, есть контроль, вот и все. Давай попробуем один трай так сделать. Будет трэш, да, зато быстрее умирать из плюсов. Из минусов ты вот главный минус озвучил. Да, просто да, если проблема, сидели, каждый... ребят, проблема трэша, короче, можешь пулить один хуй. Проблема трэша то, что он бежит в разные стороны, все. Я его, типа, вот, понимаешь, я его здесь ловлю, он выходит, в квадрат уже бежит нахуй на кого-то. Я его там нажал, пока там типа, заходит до меня, он уже бежит опять обратно. И еще фернет кто-нибудь его. А еще и фирают трэш нахуй, типа. Это Квейду уже. Это был Starfall, сейчас, бля, в самом начале. Этот, ханчики. Вам просьба вдвоем напуливать на второй фазе контроль через 9 секунд. Милики убежали. Боаза за контроль, Дексиона плюс Бонд. Не убейте ни одного, ни второго. Пизда тебя, Дексион, ебать. Тихо. И ты делаешь, блядь? Я даже не тронул его, что дурной. Ну ты как пол, блядь, его начал, ебать. Я пол ваншотнул бы. Кусяло, что там Кусяло, блядь, вдыхает все время. Чтобы болт кидает. Понял.
Контроль милики отжали. Чуть-чуть. Задиспельте слева мобов. Войда за контролем. Прессователи за контроль. Тима Рукича. Войда. Чуть не убили. Снял кто-то хекс, блядь. Контроль милики убежали. Руки оф файт, Войда опять по контролю. Ну поднимите там его вид этого. И здесь крить надо шнурки. Мобы. Мобы у крестя. Сейчас мы поможем. Идем бить его. Не, нормально. Просто контроль был. Да нормально, мы помогаем, с чему-то бегаем. Контрольники убежали. Марсес определенно трусователь. У меня глыбу походу нажмем. Нормально. Следующих мобов будем переводить, да, по-любому будем переводить. Бьете, там, что помогаете перевести. Войда за контролем. Штопнемся побольше. Побольше штоп. Помогите. Кто вам остров что-нибудь тратит? У нас это проклятие место. Переводите. Переводите, босс. Идите, ловите, босс. Блять, тут. Добили большого, и справа мобы, наверное, выйдут. Веру дали. Этот черт взорвется. Попробуй, Андрюха. Там, где босс стоял, и в миде. Хала за контролем, не убей. Так, с ауесками аккуратно. Ахиста не убейте, аккуратно в милизоне. Уже минус 2. 120 тысяч стрела Халса. Может, в миде идет у босса, Вы вообще контролите кого-то, блядь, или нет? Спиритс. Появился лестница один. В миде идет к боссу. Спиритс. Тут труса и в крышке. Есть у кого-то этот. Бля, ну Ярик, можешь ты, блядь, зеленку с низыбой отдавать? Ну почему ты покажешь, да? Смотри! Ладно, я только что был секунды 4 бегал, блядь, без зеленки, мне никто не закатывал. Я на тупо откадышился. Там они такие ебанутые, что она кадешится. Ну, собирались подводить больше. Кнопки прорезать можно? Нет? А сколько она у тебя кадешится, эта зеленка? 40 секунд. Ну, типа, прорезать ее кнопки, короче, и чтоб она по КД, типа, блядь, и все. Можно скажу? Короче, я смотрю, Кусяо один циклон только дал, в основе давал изморский. Короче, это раз. Тщеславность давал. Сейчас скажу, сколько раз. Тоже, походу, один раз. Короче, в основе только изморский дает циклон. Вот сейчас будут просто люди, которые... Сколько тут друидов еще? Тщеславность. Следующий трай смотрим. Не будет. Сань, почему сейчас? Будет. Уже давай, Саш.
Ну подожди, люди с Ивидов контроль, люди не умирают. Сейчас люди сдохли. Ну мне 120к прилетело от стрелы хаоса, типа. Я умер, потом следующий кто-то умер. Вы, блядь, можете основное, повторяю еще для людей, которые нихуя не слушают. Контроль. Блядь, не бьете босса приоритетом, а приоритетом контролите. Еще раз, выходят мобы, то же самое, приоритетом ищите свободное место, где вы можете бить. То же самое духи, ищите место, где можете бить, потом только бьете. Вы можете, блядь, просто сделать вещи. Может, ДПС здесь нахуй не нужен, блядь, заебали вы. Так, что в этом трае было? Кто духов взорвал? Совы стоят посередине. Пока что не нужен, пока что не нужен ДПС. Пока что мне нужно сделать так, чтобы мы хотя бы дошли, и все, большинство людей прожило, и мы дожили до конца. Мы так еще ни разу не сделали. Можно. Просто так смотреть. Совы же в центре в основе стоят, а изморский там слева или справа где-то бегает. И я он почему-то перебью. Больше циклонов дает. Буквально минуту надо отбежать. Стояли, а у сов ранжи больше на циклон дать. Что на херня какая-то. Смотри, Юра, я тебе поставил здесь примерно, чтобы ты видел, где что духи летят. Ты можешь не на саму лестницу забрать, можешь сюда встать и контролить. Я давал циклоны, я давал 2 или 3 циклона. Если я стою за боссом, чтобы давать старфола, не задевать трэш, типа, то как ему дать, ну, какой-то там контроль? Давай старфолы вначале. Старфол, блядь, вообще нужно... Если меня возьмет контроль, то я просто разъебу всех старфолом. Ну, типа... Смотри. Перед контролем, если у тебя он не в КД, ты можешь нажать и отменить его сразу, но ты еще на то бутфон. Могу тебе макро скинуть на отмену? Есть. Можно не без макрос, можно с макросом, блин, не похер. Так мышкой не тыкать. Да это понятно, что мышкой не тыкать. Не, пока вы не будете контролить людей, это пиздец будет. Я одного, блядь, контролю. Постоянно. Все косты сбиваю, сколько возможно, блин. Дикуршу еще. О, даже у меня, блин, топ-1 по дикурсам. Прерыванием на втором месте, блин. Ну, блядь, вы заебали. Что, я что-то... Что ты опять орешь? Потому что, блядь, бесят, нахуй. Думаю, просто бить бьют босса, и все. И на этом все, блядь. Тут много чего надо делать сразу. Даже вот хилы шаманы, смотрю, можно сказать, по КД хек скидают. И с кулдауном 40 секунд. Хекс это не то, важнее всего это циклоны, блин, это самый лучший. Циклон. Не, почему? Хекс даже лучше будет с одной стороны. Ты хекс дал, и он 9 секунд смотри. Сидит. Да, и прилетит в Старфольчик один. Да, и пошел. Так вон Войда выбили, Войд пошел, блин, фиранул. Возможно. Так, ладно. В принципе, прогресс уже есть сегодня. Просто давайте не воёбить, хуйней не заниматься, сделать. Давай попробуем, Андрюха, подвести мобов под босса. Чё ты? Этот трай. Хантишки, играйте сейчас тупо по мобам на второй фазе, все равно под босса. Не водят, понимаешь? Тут только 2 миллика водится, и все. На полу не дают. Мобы, блядь, бежат вот просто хаотично. Я вот подхожу вот на второй фазе сюда, вот этот моб левый бежит, я его по 2 раза, короче, ловлю. Пока вот этих домов собрал, миллики уже хуярят этого добить для агро. Типа, Андрюха, давайте я буду его грипать квадрата, ближе к тебе его. Андрюха, да, ты сосредоточься, короче, на 2 миличных, если их 2, или на 1 миличном. На РТД, что я буду стараться одному газ забивать, он будет на тебя автоматически так убирать. Такого не должно быть, должен быть, блядь, одна пулька, вторая пулька, третья пулька на пол пошел, блядь, я хуй его знаю. Вот, хантишки тоже, блядь, помогаете в этом плане. Только, ну, если у вас КД на пул, может быть, тот момент, когда вот РЛ попросил, блядь, на пуле другого танка, все, типа, когда меняются стаки. Я хуй его знает. Просто кастеров, даже если они на пуле, то они все равно тебя не пойдут, им надо каз сбить. Ну, я в любом случае буду сбивать, а второго Ярик грипнет, и все. Ярик, смотри, если с этой стороны выходит, то же самое, так же оставляем. Я этому крайнему буду сбивать на второй фазе.